Пользователи соцсетей обсуждают видеоролик, на котором рабочие меняют уличную плитку на проспекте Республики в столице. По словам очевидца, хорошую, вполне рабочую брусчатку заменили на новую. Зато нормальную плитку меняют. Хорошая плитка. Как следует из диалога с рабочим, судьба снятой плитки неизвестна. В то же время неподалеку уже положили обновленный вариант покрытия с другим дизайном. От предыдущего его отличает цвет и форма. По словам представителя акимата, идут плановые работы.